Ребята, всем привет! Приехал вот такой вот телескоп. Вот. Ну, я быстренько проверил, конечно. Больше переживал, что что-нибудь или выпало, или что-то вытащили. Ну, вроде как все на месте. Коробка, посмотрите, какая, видите? Такая вот, без упаковки, без... Ну, спокойно открывай, да, как говорится, да. Что хочешь, то и делай. Вот. Ну, с другой стороны, все в коробках упаковано. Вот, так что как бы доехало нормально. Вот. Такой вот аппаратик. Ох ты ж. Есть вот такой прицел. Я уже его смотрел. Вы скажете, ну, хорошо увеличивает. Нет. Ну, тут крат 10, наверное. И плюс это стрелки там. Поперечные, короче, светятся. Крест-накрест. Вот. Я думал, будет мощнее. Ну, не знаю. Потом посмотрим, как он будет вообще прицеливаться. Пока что-то это... Не соображу, короче говоря. Инструкции я что-то не нашел никакой. И правда, что-то инструкции никакой не было. Сейчас я посмотрю еще. А может там что-то и есть? Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет, что-то есть, ребят. Вот. Я и не вытащил, оказывается. Вот он. Вот у него его увеличение. Получается 50 крат и 15 крат. А вместе с длинными увеличивается, короче говоря, максимально 150 крат. 66 миллиметров получается 150 крат. А 20 миллиметров линза 15, 23 и 45. Ну вот, будем смотреть, конечно. Что вообще будет на... Что вообще можно увидеть в него? Вот, интересно, конечно. Телескоп. Вот они, линзы. Ладно, это потом почитаем. Так, что у нас тут в комплекте? Сам телескоп, вот он. Ну, когда принес домой, он такой, не сказать, чтобы он тяжелый. Ребят. Ну, вот это, наверное, металлическое. Вот это пластик. Вот. Вот эта штука. Ну, плотно вращается, не болтается, как бы так. Еще намазано чем-то. Вон он. Ну, в принципе, так ничего. Так, что у нас тут? Вот это было вот здесь вот лежало, в этой силикагель, чтобы влаги не было. Так, что у нас? Штучка эта, которая будет ставиться. Штатив. Интересно, его, наверное, можно будет еще использовать под другие цели, штатив. Может, и можно. Сейчас посмотрим. О. Ну, что-то кто-то говорил, что он хлюпенький. Но он так, это, ребят, плотно стоит. Не знаю, может, что исправили уже. Плотно ходит, знаете, не болтается как-то вот. Я смотрел какое-то одно видео, что там что-то он болтался как. Здесь он поплотнее. Штатив. Так, что у нас тут? Две линзы вот эти вот. Одна какая-то Барлоу должна быть. Тут что-то полтора написано. Вот
Что-то я не вижу, что тут написано. Вот она, Барлоу. Барлоу. Ну ладно, мы сейчас разберемся. Так, значит, что мы? Телескоп, наверное. Давайте посмотрим сперва вот эти линзы еще. Что тут у нас в коробочке? А, у нас еще, знаете, вот эта ручка есть. Вот она, тяжеленькая такая. Вот, это вот сюда вкручивается. Управлять телескопом. Так. На вид-то так. Все прикольненько. Это зеркалка. Так, это у нас вторая линза. Вон, это вообще шикардос. Большая линза. Как бы не пришлось в эту линзу смотреть. Так, это у нас фильтр. Фильтр. Наверное, для Луны фильтр. Скорее всего. Есть еще какая-то бумажечка. А, это протирать объективы. Я не знаю, насколько она существенно будет протирать. Мне такое всегда ощущение, что вот эти салфетки, они могут корябать. Надо что-то проще. Вот. Так. Ну, что мы? Давайте попробуем поставить телескоп. Да. Так. Так, вот так вот он ставится. Вот она штучка. Вот это получается. Сейчас мы ее открутим. Она будет фиксировать телескоп. Вот, и вот это вот крутится. Все, я сейчас его устанавливаю. Одной рукой неудобно будет снимать. Штатива нет. Резкость не наводится. Ладно, сейчас. Ребят, ну все, я его установил на вот эту. Забываю, как она называется, короче. Трехногу. Вот. Вот так вот он болтался сильно. А мне пришлось сейчас вот этот болтик, гаечку подтянуть чуть-чуть плоскогубцами. Но вы скажете, что можно и вот этой подтягивать. Вот она, видите, ослабляет тоже ее. Вот если ее чуть-чуть подтянуть, вот он еще сильнее подтягивается. Ну пусть будет плотнее пока, чтобы потом разобраться, что к чему вообще. Не знаю, наверное, правильно установил. Как еще? Как еще иначе? Написано, что тут. Так, вы скажете, покажи нам хоть стекло, что там внутри. Вот это вот открывается, объектив. И вот этот вот. Вот, а только там какая-то пыль, блин. Как такое возможно? Как она туда попала-то? Надо аккуратно ее. На линзе вроде не вижу пыли, а вот на вот этом, что вот этой штуке. Ну, в общем, почистим сейчас. Тряпочку возьму, почищу. Что она там? Как она туда попала, пыль? Так, что у нас тут с прицелом? Прицел. Прицел раньше я видел, что прикручивался. Сейчас получается, он просто заходит и защелкивается. Ой. Что-то щелчка даже не услышал. Ну, так вот он встал. Давайте я пока его еще не установил, я вам в прицел покажу, как он показывает. Да? А потом уже телескоп, чтобы вам понятно было. Ребят, не получилось заснять. Блин, линза слишком маленькая какая-то. Вот, одной рукой неудобно. Ладно, это мы уже потом будем разбираться. Вот, что у нас здесь? Давайте посмотрим здесь что. Такая серьезная. Там ничего не видно. Что там? Так. У нас есть вот это зеркало. Вот.
Ребят, если скажете, какой материал, пластмасс. Все пластмасс. И вот это, и вот это. Так, это у нас, вот эта штука, наверное, сюда вставляется. Вот так. Вот она. Что-то пластмассовое, что-то металлическое, походу. Вот эти щупаю, сейчас не знаю, даже пластмассовое или... Короче, не знаю. Она пока зафиксирована. Но сильно не тянуть, если... Будет, может, нормально. Так, и... Что у нас? И мы сейчас будем вставлять линзу. Линзу мы вставим пока вот такую. 20 миллиметров, чтобы посмотреть вообще. Так, там у нас здесь зеркало стоит. Зеркалка. Видно нам что, нет? Это даже линзу видно. Так, ну, блин, вставили. Вот так вот получилось. Так. Ну, в принципе, почти все. Я сейчас попробую настроиться. Блин, нету, знаете чего? Нету штуки, которая на телефон, чтоб на телефон. Я думал, она будет. В комплекте ее не было. В комплекте не было ее. Вот. Ну, ладно. Или потом купим, если будет интересно снимать. Вот, можно будет поснимать. Сейчас я попробую настроиться и вам покажу хоть что-нибудь. Так, ребят, ну как и обещал, давайте посмотрим, что показывает. В принципе, качество линз, ну, смотреть пока можно, если не зашорхать сильно. Пока не сильно не узнал, какого качества они. Вот это у нас получается 15 крат увеличение. Если верить вот этому листочку. Давайте попробуем поставить 6 миллиметров. Да? Будет 50 крат увеличение. Просто ради интереса. Ребята, ничего так увеличивает. Сейчас я вам покажу трубу нашу. Вот так вот. 50 крат. А. Я только, ребят, знаете, что это накрыл? Накрыл линзу вот эту. Вот эту вот сейчас я покажу. Вот так вот. Немножко приглушил. То ли там светло сильно, то ли что. Сейчас я посмотрю еще раз вот через этот. Видите, засветка идет. А с линзой, вернее, вот с этой штукой засветки меньше. Так что надо подбирать. Вот. И в этот глазок я посмотрел. Нифига не видно этих труб. Надо настраивать его как-то. Вот как выставлю, тогда уже буду ждать этот, как его, погоду. И будем пытаться что-то рассмотреть. Ну, давайте сейчас я попробую еще раз в этот поисковик посмотреть. Вот, ребят, видите, как видно в поисковик этот? Трубы, вон они. Но это 10 крат увеличения. Так что реально хорошо увеличивает. Крутить не буду, просто вам показать. Так что вот аппарат работает, в принципе, рабочий аппарат. Надо просто смотреть. Ну, при 50 крат уже реально чувствуется вот эту болтанку. Уже надо смотреть, почему ее болтает. Видите, ее прям
Прям капец, короче, уже 50 крат тяжело выставить. А что будет при 100 крат, вообще не знаю. Ну ладно, я буду пробовать, ребят. Всем пока, пишите комментарии. Понравился или нет. Или дороже надо брать. Но попробовать в любом случае надо. Мне тоже интересны эти звезды. Все время, знаете, задаешься вопрос, а откуда мы? И как мы вообще живем? И кто мы такие? Может быть, мы вообще какие-нибудь, знаете, микроскопические существа. Вот. Если реально подумать, да, вот, что такое звезды, это же нам рассказывают, как люди понимают, да, а на самом деле, как вообще это понять? Мы живем в вакууме. Ну, короче, больше вопросов, чем ответов. Так ведь? Так что так, ребята, давайте. Всем удачи, всем пока. Пишите комментарии. Ну, вот такой вот аппаратик получился.